Виленская археографическая комиссия осуществляла свою деятельность с 1864 по 1915. За весьма длительный промежуток времени ею было опубликовано немало архивных документов, связанных с историей православной церкви и монастырей. Сегодня акты представляют большую ценность для Брещины. Информация, изложенная в шестом томе, проливает свет на многие факты из жизни наших предков. По оценке брестских историков, книга «Акты Виленской археографической комиссии» богата по содержанию, написана доступным языком, а потом станет отличным помощником для студентов, научных сотрудников и краеведов. Перед этой комиссией стояла такая тенденциозная задача – публиковать все, что доказывало бы об исконно православном и русском характере земель бывшего Великого княжества Литовского, то есть территории современной Беларуси и Литвы. Но надо сказать, что в этих актах действительно опубликованы очень ценные архивные документы. История подарка довольно любопытная. Редкое издание выкупил гродненский меценат из частной коллекции. Любитель истории решил, что издание должно храниться на Брестской земле, потому что напрямую связано с Брещиной 17-19 веков. Он обратился к нам, мы дошли до нашего генерального директора, и наш генеральный директор Машенский Александр Михайлович принял решение передать эту книгу в дар Брестской областной библиотеке. На мой взгляд, она будет полезна не только для историков. Для историков это само собой разумеется. Но еще, когда мы ее посмотрели, мы поняли, что она будет интересна и широкому кругу читателей тоже. Потому что из этой книги нам видны нравы, обычаи 17 века, какие были эти люди, как они жили, чем они жили. Полезная книга уже сегодня пополнит стеллажи исторической литературы. Редкое собрание актов может быть полезным не только для деятелей науки, но и для всех тех, кто неравнодушен к историческому прошлому.